Познакомились в 2010 году, и вместе с ним тогда мы приехали, тогда еще не на международный фестиваль, а на межрегиональный фестиваль «Золотой пилон России». Дмитрий принял участие в мужской номинации и получил приз «Открытие года». А в 2011 году Дмитрий приехал уже один. В смысле без меня. С номером, с которым он представил вашему вниманию. И занял первое место. Причем участвовали самые сильные танцоры Украины и России. И Дима порвал всех. Спасибо огромное. К сожалению, Дмитрий не сможет дальше остаться с нами. Его, как и Наталью Шабанаева, ждет путь. Дмитрий едет на гастроли. А наша программа продолжается. Сейчас выступит замечательный коллектив. А потом, после небольшой технической паузы, наша программа продолжится. Уже будет второй раунд программы. Включая показательные выступления. Итак, представляю вашему номеру. Коллектив Cherry Dance. Номер называется «Бурлеск». Группа из четырех человек: Маргарита Борисова, Ольга Калужинская, Ксения Андреева, Юлия Бычкова. Быстрый страстный танец, танец-шоу, который запоминается надолго. И восхищает точностью движений и заводной музыкой. Перед вами бурлеск из танцевальной цирковой студии Cherry Dance. Обманывай.
А это на паузу или остановка?